Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине. Нирвишеша Шуннавади Пашчата Деша Тарине. Шрила Прабхупад Ки. Хари Кришна, дорогие преданные. Что можно сказать после комментариев Шрилы Прабхупады, я не знаю. В первую очередь я продолжаю восторгаться с вами вместе глубиной знаний Шрилы Прабхупады о Кришне. И самое большее следует обращать внимание на то, что он очень с любовью говорит, объясняет и действует. Шрила Рупа Госвами говорит Бхакти Расамрита Синту, что те виды преданного служения, которые описываются им, и это знание он получил лично от Господа Шри Чайтани Махапрабху, они применимы к преданным. То есть очень интересно это заявление Шрилы Рупа Госвами, но он ачарья, авторитет для нас, для всех гауди вайшнав. То есть что это означает? То есть это означает, что то, что сказал Шрила Прабхупада, что нужно усиливать свою любовь к Кришне, это является нашим делом, да, усиливать любовь к Кришне, то же самое относится к преданным Кришне, да. Обычно мы себя преданными не считаем, считаем далекими кандидатами, чтобы когда-нибудь стали слугой преданных. Но Шрила Прабхупада преданный, и не просто преданный, он очень возвышенный преданный. Шрила Прабхупада, как он говорит, мой дом Вриндаван, он из Вриндавана, житель Вриндавана. И поэтому и он комментирует совершенным образом Бхагаватам и эти стихи, которые очень трудно понять, очень-очень трудно без комментариев Шрила Прабхупады понять. Если вы проверите хоть один раз, просто комментарий не читать, только стих читать и комментировать, и даже можно записать, что вы поняли от этого стиха, и потом сравнить с комментариями Шрилы Прабхупады. Я один раз всего это сделал. И можно понять, что полная фиаско. Мы абсолютно не так понимаем, как нужно понять. Вот. Как всегда, Шрила Прабхупада за 30 минут так много дает, что хватит на много месяцев медитировать на это. И я заметил, что не меньше 20 пунктов, иногда 19 я отмечаю, слушая эти лекции. Шрила Прабхупада комментирует этот стих и начинает с того, что он говорит, что у Кришны есть 6 достояний, то есть 6 качеств: богатство, красота, знание, отречение. Богатство, красота, знание, отречение, сила и слава. Сила и слава. И здесь говорится в этом стихе о красоте Кришны. И Кунти Деви говорит: мой дорогой Кришна, я что-то хотела связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, и твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих ресниц. Ты был напуган, хотя тебе боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство.
То есть вот очень интересно, почему к замешательству приводит это зрелище Кунти Деви. Хотя она восторгается этим зрелищем, да, но она сбита с толку. И Шрила Прабхупада объяснил, что Кунти Деви, хотя тетка Кришны, она любит тоже Кришну, но своеобразно любит по своей расе, по своим взаимоотношениям. И Шрила Прабхупада сказал, например, здесь никто не возьмет веревку и не будет наказывать Кришну, бегая за ним. Вот. И это привилегия самых возвышенных преданных. И самая возвышенная из этих преданных, которые имеют право веревкой бегать за Кришной, собирая все веревки Вриндавана. И она захотела наказать Кришну и собрала все веревки, но всегда не хватало там некоторая часть. И вот эта любовь мамы Яшоды, Шрила Прабхупада сказал, что на самом деле в материальном мире самая совершенная любовь – любовь матери к ребенку. Да? Просто нет другого примера, другой аналогии. Но духовная мама Яшода, она миллиард раз превосходит любую мать, потому что она имеет совершенно бескорыстную любовь к Кришне, и в том числе еще она имеет трансцендентные чувства к Кришне. И поэтому эта душа фактически вечна мама Яшода. То есть Шрила Прабхупада сказал вдохновляющее, идеи для нас, что любой в материальном мире, любой преданный, имеет шанс, может развить такие же чувства, как мама Яшода, примерно такие же, но он не станет мамой Яшодой. Мама Яшода, она уже мама Яшода, и навечно при том. Но она может стать подругой мамы Яшоды, или служанкой мамы Яшоды, соседкой мамы Яшоды, которая постоянно помогает там маму Яшоду. Она каждое утро заранее она организует, у нее есть план, каждое утро все как штык приходят, четко, ни секунду никто не опаздывает на это служение, да. Приходят готовить для Кришны, не меньше 108 блюд готовят, да. Радарани готовит сладости определенные и напитки определенные. Вот мама Яшода выбирает ее как самую искусную повариху и просит, чтобы она готовила, руководила. Мать Рогини тоже готовит. Вот. Другие гопи тоже помогают. Лалита тоже готовит. Но все готовят то, что они самое лучшее готовят с любовью. Да? И знают, что Кришна именно вот это блюдо любит именно от этого преданного, от этой преданной. Да? Вот. Там все пропитано необычной любовью. А мальчики-пастушки, они просто спят там, как и Кришна Баларама, ну, виду подает, что спят. Самадхи они, да? Но это разнообразное наслаждение спать тоже в духовном мире. Они просыпаются и идут прям... Они рядом живут, там все собираются у Кришны, самые близкие друзья. Кришна один не пирует, да, на пир каждое утро, да, вот. И начинается этот пир, все подают на стол. Мама Яшода очень четко следит за всем, чтобы Кришна, Баларама и дружки-пастушки были довольны. Вот все они пируют. И вот это зрелище продолжается навечно. Как не устают они от этого, мы не можем понять, потому что в материальном мире мы не можем понять, что значит вечность, да, в материальном теле. Шрила Прабхупада сказал, что Кунти Деви размышлял о маме Яшоде, то есть личности, которые они не имеют соответствующие отношения с Кришной, как мама Яшода, все равно могут медитировать на маму Яшоду и на игры Кришны. То есть эта медитация и размышление, оно очень полезное, оно очень-очень вдохновляет всех. То есть не так, что могут читать книгу Кришны, Верховная Личность Бога, фактически те, которые имеют именно вриндаванскую расу. Да? То есть
многие преданные, которые они с Двараки, с Матуры, они тоже знают об играх Кришны и медитируют. Но жить там, как жители Вриндавана, не могут и не хотят, в принципе, потому что их удовлетворяет их жизнь. То есть мы должны понять, что раса не меняется живого существа, потому что в своей расе живое существо полностью удовлетворено, полностью. Одно из имен Кришны – Мадана Мохан. Мадана Мохан – это значит тот, кто очаровывает самого Купидона. Мадана – это Купидон. Но Шримати Радарани пленяет того, кто очаровывает Купидона, сказал Шрила Прабхупада, да? То есть настолько она очаровательна своими качествами. У Шримати Радарани 25 трансцендентных качеств. Она самая смиренная. Это одно из важнейших качеств, чтобы мы должны медитировать, да? Она самая смиренная из всех, которые вот есть, да, гопи. Она всегда старается, чтобы все служили Кришне, удовлетворяли. Если она узнает, что какая-то гопи служит Кришне лучше, да, по каким-то видам служения, она находит эту гопи, просит очень, устраивает, чтобы она служила Кришне. Да. Для нее это самое важное, чтобы Кришна был счастлив. У нее нет зависти никому из духовного мира, не говоря жителям материального мира. Здесь нечего никому завидовать. Понимаете, насколько чиста ее любовь. Она абсолютно трансцендентная богиня. Она не просто гопи или возвышенная гопи. Она богиня. Вот. И она самый возвышенный пример. Все очень любят Шримати Радарани в Вриндаване. Очень-очень любят. И она очень любит всех. Но больше всего она любит Кришну. И Шрила Прабхупада сказал вдохновляющую вещь, что вот каждый, кто хочет достичь вот такой любви, как вриндаванские жители, он должен любить так же Кришну, как эти бриджабаси. То есть, чтобы любить так же Кришну, как эти бриджабаси, нужно учиться у тех, которые любят Кришну так, как нужно любить, да. И Шрила Прабхупада представитель этих бриджабаси, на самом деле, да. В любви вриндаванских жителей нет чувства материальной выгоды. Они вообще беспримесно любят Кришну, абсолютно бескорыстно. Они просто его любят как своего друга, как своего соседа, как своего господина. Там есть служебная тоже раса, но оно пропитано сладостью, а не благоговением. И вот эта молитва, как Шрила Прабхупада сказал, христианская, что «О Господь, дай нам хлеб наш насущный», да? То есть есть условия, да? То есть всегда ставится условие: «Господь, ты мне что-то дай, да? И я тебя полюблю за это, да? Или я люблю тебя, чтобы ты дал мне что-то». В материальном мире все этим бизнесом пропитано. Это фактически не любовь, а бизнес, да? То есть взаимоотношения, которые строятся на выгоде. Вриндаванские жители абсолютно не знают об этом. Они вообще не знают, что это такое. Если вы спросите вриндаванских жителей, я тоже уверен в этом, что вот есть такие взаимоотношения, они просто не поймут, о чем идет речь. Да? У них нет такого сознания, что от Кришны можно какую-то выгоду ожидать. У них есть сознание, что все принадлежит Кришне, их жизнь принадлежит Кришне, да? Они дышат ради Кришны, живут ради Кришны, спят ради Кришны. То есть Кришна их центр любви. Просто они могут умирать ради Кришны, все они могут делать ради Кришны, да? Бесстрашно, друзья, зашли в пасть Акхасуры, не боясь, потому что знали, наш друг Кришна с нами, какая проблема вообще, да? И Кришна оправдал, Кришна знал, что они думают, как они, да, поступают. И Кришна защитил, всегда защищает жителей Вриндавана. И Шрила Прабхупада сказал вот этот пример, что друзья-пастушки сказали: «Кришна, мы что-то очень, запах такой идет, мы очень хотим фруктов. Соседний там лес, талаван, там есть
прекрасное манго, мы очень хотим, но там этот злой Денука, да? Денукасура, этот осел, завистливый осел там, не хочет никому давать. Кришна с Баларамой с радостью сказали, будет сделано в миг. Они пошли с ними, стали, вот этот Денукасура был не один, он там подозвал свое стадо, и Кришна с Баларамой забавлялись, они брали, и все друзья смотрели, ух ты, Кришна, ух ты, Баларам. Па, вот так вертели и бросали этих ослов на пальмы, высокие пальмы, и они все на пальмах лежали, некоторые пальмы падали от этого удара Баларамы, который вертел. И эти фрукты тоже падали, и ребята брали фрукты и съедали, очень, очень вкусные. То есть игра такая. Чистые преданные очень ценят эту игру с мамой Яшодой, сказал Шрила Прабхупада. Почему чистые преданные очень ценят эту игру? Потому что в этой игре чистые преданные видят вот именно вот этот пример чистой любви мамы Яшоды. Они видят, насколько она возвышена, насколько она любит Кришну. И когда чистый преданный видит, как любит другой чистый преданный Кришну, они просто попадают в экстаз, они не завидуют. Когда чистый преданный видит, что кто-то любит Кришну не меньше и даже больше, чем они радуются, они так радуются, так счастливы, потому что их сердце лишено зависти, у них нет зависти. И Шрила Прабхупада еще рассказал, как Кришна проглотил огонь, да, вот, и он сказал, что Кришна может все, но вриндаванские жители не знают, что он Бог. И насчет Луны, Шрила Прабхупада любит эту тему, очень был один слуга Прадюмна. Он очень хороший был слуга, ученик Шрилы Прабхупады, Прадюмна. Прадюмна знал хорошо санскрит, потому что у него была склонность к этому. Шрила Прабхупада его отправил изучать санскрит. Он был редактором книг Шрилы Прабхупады. Очень много служений сделал, очень много редакций санскрита и английского. И у него была одна проблема, как рассказывается, да, по-моему, в книге со Сварупадаса Госвами, что он очень верил в то, что американцы попали на Луну. Он очень свято верил в это. И даже это стало причиной, как рассказывается, что он как-то ослабел и ушел какое-то время. Шрила Прабхупада разбивал пух и прах эту идею. Он сказал, что это просто обман, это трюк. Никто не был на Луне, они не смогли быть на Луне, это просто шоу устроили. На Луну попасть не так-то легко, да? И то, что они там увидели, это неправда. Там есть дома, там есть деревья, люди, там местные жители, да? Полубоги, которые живут на Луне. Они просто увидели там пустыню, песок какой-то, там где-то снимки сделали. То есть на самом деле вот это был обманом. И Прадюмна очень сильно верил в это, и поэтому его вера пошатнулась. Очень важный момент. Вот еще один пример, что один раз краб бежал, и вот преданный, который на прогулке был с Шрилой Прабхупадой в этой группе, он что-то побежал за крабом, ему было интересно, да, поймать этот краб на берегу океана. И он на несколько секунд отвлекся от беседы Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада заметил, сказал, мальчик очень привязан к материальному. Вот. И через некоторое время, короткое, этот преданный ушел в сознание Кришны. Потому что вот любая привязанность, даже одна привязанность, может захватить весь разум человека и подтянуть в другую сторону. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, сознание Кришны практиковать, это подобно, как идти по лезвию бритвы. И когда малейшая неосторожность, человек, идущий по лезвию бритвы, представляете, как тонко идти по лезвию бритвы, малейшая неосторожность, человек падает, и бритва режет, и идет кровь, то есть страдания, и человек может упасть в материальный мир.
Вот Шрила Прабхупада, как обычно, очень хорошо разгромил несколькими фразами этих имперсоналистов майявади. Нети, нети, ни это, ни это, ни то, ни это, ни то. А что то? Что это? Говорит Шрила Прабхупада. А что это? Все не это. Я не это, ты не это. Вот. А что это? От чего мы появились? Вот. Но что такое это, они не могут сказать толком. Поэтому их называют Шрила Прабхупада часто глупцами. И правильно делает. Мы должны восторгаться выражениями Шрила Прабхупады. И насчет Луны и звезд Шрила Прабхупада тоже объяснил, что Луна это не звезда, это просто одна из звезд, то только ярко светящаяся звезда. Много есть звезд, но Солнце одно. В материальном мире одно Солнце. Но есть много. Есть в материальном мире много вселенных, и в нашей вселенной одно Солнце, да? Но в других вселенных тоже есть Солнце, но в одном вселенной одно Солнце, и это говорят шастры, и Шрила Прабхупада верит шастры, да? И хочет показать, что они всегда говорят правду. И насчет скорости воздуха и мысли Шрила Прабхупада еще процитировал прекрасный стих Иши Брама Самиты, где говорится о скорости ветра, могуществе ветра и мысли. И мы можем заметить, слушая лекции Шрила Прабхупады, что Шрила Прабхупада много стихов знает из Иши Брама Самиты и прекрасно цитирует. Да? И Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы Брама Самиту изучали и даже читали. Он пишет в одном письме об этом, что это очень важное писание. И вот это выражение Шрила Прабхупады, что если материалисты, ученые не могут понять даже это творение, как они могут понять Кришну? Они не могут понять творение Кришны. Кто не может понять творение Кришны, он никогда не может понять самого Кришну, источника творения. Это невозможно. То есть слово «невозможно» – очень важное слово, да? Невозможно понять. Фактически поэтому Шрила Прабхупада называют глупцами этих, потому что они берутся за невозможные вещи. Да? Когда человек тупо берется за невозможные вещи, естественно, можно назвать глупцом этого человека. Да? Просто, например, просто я возьму и постоянно буду бить головой об эту стену, чтобы разбить эту стену. Да? И всегда голова будет разбита, потому что стена сильнее меня. Вот они вот так поступают, материалисты. Они хотят достичь невозможного. Да? Поэтому вот это умонастроение материалистов Шрила Прабхупада не одобряет. И это очень полезно, когда духовный учитель Ачарья постоянно говорит правду. Ученики, слушая его, они могут, если верят в его слова, они могут всегда понять, где правда и где неправда, где осад, и остерегаться. Если мы верим духовному учителю в Шрилу Прабхупаду, если он говорит, что на Луне не были, значит не были. А если мы не верим, тогда мы будем сомневаться в Шриле Прабхупаде. Да? Но Шрила Прабхупада должен оберегать своих учеников и вообще жителей материального мира, говоря правду, какова правда. Поэтому вот Бхагаватам о материальном мире есть жесткие фразы очень. Я помню, после семинара Ядураджа Прабу, моего духовного брата, у нас на Намахате, некоторым преданным стало плохо, физически плохо. Даже лекарства потом попросили там все, Матаджан, да? Потому что семинар был посвящен грехастра Ашраму. И Ядурадж Прабу, как истинный последователь Шрилы Прабхупады, он цитировал или своими словами говорил, те вещи, которые в шастрах написаны о женщинах, да? Что это коварная майя и так далее. И молодые матаджи, которые только поженились с Прабу красивым, которые стали бояться, что сейчас Прабу может разлюбить их и так далее. И, может быть, другие чувства тоже были. Может быть, просто они поняли, что на самом деле они не такие уж очаровательные. Да? Вот. И так или иначе, вот эти жесткие кажущиеся фразы в Бхагаватам, в комментариях, это для того, чтобы очистить наше сознание. Да?
Для нас кажутся эти слова жесткими, потому что у нас есть какие-то привязанности. Когда человек хочет отреченным быть от материального мира, да, для него это нектар. Для него это просто самое сладкое, когда говорится, что материальный мир не место для джентльмена, и объясняется это, да? Просто человек попадает в шок тогда, когда у него есть куча привязанностей, и он просто видит, что его привязанности, они его держат, и он не может ничего делать, тогда он в шоке, он не знает, что делать. А кто уже на пути к освобождению, для него этот Бхагаватам самое нектарное писание. Почему? Потому что он видит себя там, он видит, что он идет по стопам этого писания, да? Он видит, что он какие-то вещи уже соблюдает, да? Хочет такие вещи, которые там описываются, да? Очень важный момент. Мы восторгаемся темой высказывания Шрилы Прабхупады, которые мы принимаем, которые мы изучаем, на которых мы медитируем и которые воодушевляют нас. Но истинный ученик все наставления духовного учителя принимает и восторгается всеми наставлениями. Неважно, это бьет по его ложному эго или не бьет. И самый нектарный момент в конце Шрилы Прабхупада сказал, что умонастроение вриндаванских жителей является совершенством. То есть они любят Кришну без каких-то условий. И их не волнует, он Бог или не Бог. Кришна иногда показывал Вриндаване подтверждение тому, что он Бог, да, совершая очень изумительные вещи. Например, с мамой Яшодой он показал во рту все вселенные, да, все вообще показал. И мама Яшода в какой-то момент была тоже в таком духовном шоке. Она не поняла, что творится. Вот. Они иногда думают, что Кришна это может быть могущественный полубог. Вот такие вещи думают. А потом думают, да, неважно. Следующий миг. Наш Кришна самый, наш любимый по своей расе думают. Это все очень делает сладким их жизнь, их игры, да. Итак, вот это самое острие этой лекции, по моему мнению, что Шрила Прабхупада сказал в конце, что наше дело просто любить Кришну. Просто любить Кришну. И чем больше вы любите Кришну, тем больше вы близки к совершенству. Просто усиливайте вашу беспримесную любовь к Кришне. Вот беспримесную любовь к Кришне – это очень-очень дефицитная вещь. Это судур-лаба. Судур-лаба значит редкое явление. Это не так-то легко достичь. Это не воображением человек достигает. Иногда многие могут воображать себя, что они уже немножко прослезились там, да? Вот. Подумали, что мы уже в экстазе, мы чистые, преданные, беспримесные, да. Но когда следующий миг кто-то из родственников особенно что-то скажет, которое им не понравится, они будут кричать на них, да, потому что они контролеры, следующий миг, да. Беспримесные преданные не считают себя контролером, кого бы то ни было в этом мире, да. То есть это для обычных людей можно пыль в глаза как-то пустить, обмануть, да, обывателей, что мы в экстазе преданы, и всем рассказывать, каком мы в экстазе, какие мы великие. Вот. Но мудрые преданные, более опытные, трезвые, которые трезво смотрят ясно через шастры, через духовный опыт, они видят, что это сентиментальность, как минимум, да, или, не дай бог, имперсонализм какой-то. Поэтому беспримесные преданные, они очень дефицитны, и очень редко можно встретить их. Но Шрила Прабхупада пришел в этот мир, чтобы дать нам возможность общаться с ним через его книги, через его лекции. Я просто часто удивляюсь, когда узнаю, что некоторые преданные даже не имеют лекции Шрилы Прабхупады или не слушают лекции Шрилы Прабхупады. Как нектарно, да? Просто полчаса слушать, что полчаса слушать, да, в течение дня Шрилу Прабхупаду. Полчаса все могут найти, да?
Обычно мы слушаем тех, которые удивляют наш разум или дают нам исполнение наших мотивов, да. Но Шрила Прабхупада рубит все наши мотивы тоже удивляет наш разум, но пробуждает этот разум к духовности на самом деле. Шрила Прабхупада действует как самый опытный духовный учитель, который пришел, чтобы спасать людей от пожара материальной жизни. Да? Когда спасают от пожара материальной жизни, тогда не нужно сентиментальные речи, слезы пускать. Так? Мы часто видим, что Шрила Прабхупада во время лекции там шутит или слезится. Нет, мы не видим. Очень серьезно он говорит. Очень серьезно. Как будто это последняя лекция, последнее наставление. Да? Он каждый раз говорит очень серьезно. Почему? Потому что он видит, что этот мир очень серьезное место. Это не место для игр. Некоторые преданные думают, что все есть игра Кришны. Какую-то глупость мы совершили, это есть игра Кришны. То есть, что бы мы ни делали, это есть игра Кришны. Почему? Потому что мы не виноваты. Все делает Кришна, игра Кришны. И когда ты возьмешь башмак, постучишь по носу и скажешь, это тоже игра Кришны, да? Тебе больно было, да? Тогда он возмутится, да. Тогда он реально будет возмущаться и поймет, что... Или возьмешь его бумажник и скажешь, раз все игра Кришны, я сейчас играю. То есть Кришна через меня играет, я краду твои деньги. Все карточки, права, паспорт, это мое. Все, да? Игра Кришны. Он будет возмущаться. Нет, это мое, как ты? И Кришна мне дал это. Нет, он сказал мне, что все едино, нужно забрать от тебя. И будет спор, да? Спор. Раз игра Кришны, я тоже играю в игру, а ты тоже играешь. А почему спорим, если это игра Кришны? Почему мы недовольны? Почему мы думаем, что это мое, а это твое? Потому что это наша игра, это не игра Кришны. В играх Кришны все блаженство. Такого нету, что в играх Кришны люди ссорились, завидовали, били друг друга, да? Крали что-то. Есть такое? Нигде нету, не описано в шастрах. Поэтому эти сентиментальные поведения, эти детские забавы, такие мысли, это наводит на то, что это материальный мир очень, очень загрязняющее место. Нужно быть серьезным. Шрила Прабхупада от пожара спасает материального мира всех и каждого, потому что он отрезвляет. Он так говорит, что мы отрезвились и поняли, что сейчас уже вот сегодня может быть пожар материальной жизни, материальных чувств, поглотить уже до конца наше все, наш ум, наш разум, наше тело. Он видит, что все мы в мае материальной энергии, да? Он видит, что мы в пожаре горим, и хочет, он просто хочет, чтобы мы поняли, как выйти. Он протягивает руку и хочет, чтобы мы тоже зацепились за его руку или за его стопы. Это очень важный момент понять, зачем Шрила Прабхупада, почему так серьезно он пишет и говорит, почему он так серьезно пришел в этот мир служить, да? Почему он сделал такие серьезные аскезы, да? Чтобы показать миру пример, что это серьезное место. Если мы хотим полюбить Кришну, усиливать, как он сказал, беспримесную любовь к Кришне, мы должны общаться и служить так вриндаванским жителям, чтобы они были довольны. Нету другого метода достичь любви вриндаванских жителей, кроме как удовлетворить служением этих жителей. Просто нету. Это единственный метод. Да? Идти по стопам этих жителей, значит, удовлетворить служением их, да? А почему мы далеко идем, воображаем, что мы слуги тех жителей, которые описаны в книге Кришны? Шрила Прабхупада – представитель тоже, да? И притом он такой представитель, которому легче служить, да? Он конкретно сказал, что нужно делать. Он вриндаванский житель. Я помню, с одним преданным у нас беседа произошла. Я давал семинар по распространению книг и говорил, это было в другом городе. И я сказал, что Шрила Прабхупада, поскольку он ачарья, и говорит, что Рагануга Бхакти – это следовать по стопам Рупы Госвами, и его наставление распространять книги – это тоже является следованием по стопам Рупы Госвами. Значит, это практика Рагануга Бхакти.
И этот преданный, он потом отдельно со мной беседовал, он сказал, так же не говорится в шастрах, там говорится, что Рагануга Бхакти – это следовать по стопам жителей Вриндавана. И я согласился, потому что это так и есть, но потом добавил, а как вы считаете, Шрила Прабхупада житель Вриндавана или нет? Он же говорит, что это мой дом. И тогда он не смог аргумента найти, чтобы победить в споре, согласился. То есть, если мы верим в это, что Шрила Прабхупада житель Вриндавана, да, и несет эту чистую любовь вриндаванских жителей в своем сердце, и служа его лотосным стопам, его наставлениям, читая его книги, распространяя его книги, общаясь в его созданном обществе положительно, позитивным образом, мы можем достичь беспримесной любви когда-то к Кришне, тогда это наша вера поможет. Если мы имеем веру в Шрилу Прабхупаду, мы будем идти по его стопам. Если наша вера слабая в него, мы будем идти не по его стопам. Очень важный момент – вера. Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна. Вопрос есть, да? Да? Сейчас я там отвечу, потом тебя, да? Да, Матаджи Алиса спрашивает, нормально ли это, если привязанность к божествам раза в два сильнее, чем к святому имени? Совершенно нормально. Потому что все мы идем индивидуальным путем. На каком-то этапе привязанность может быть два раза больше, даже, может быть, четыре раза больше, чем к святому имени. У меня тоже есть определенная привязанность к определенным божествам. Да. К святому имени привязанность бывает совершенная, когда мы достигаем полного совершенства или одинаковое, как с божествами нашими изначальными, которые привлекают больше нас по нашей расе. Поэтому все нормально. Самое главное, что есть привязанность. И при том к божествам. Это самое главное, да? Но насколько она больше, чем к святому имени, не нужно волноваться. Все свое время придет, да? Всему свое время. Сначала мы очищаемся, поклоняясь божествам. Вообще все грехастхи и вообще все преданные должны поклоняться божествам. Это наставление Шрилы Прабхупады. Потому что оно очищает все, и тело, и грубое, и тонкое, и все. Но наряду с этим слушать, повторять святое имя. И постепенно, если мы больше очищаемся, больше, 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 святое имя начинает удовлетворяться больше, да? И открывается нам. Начальный уровень – это поклонение божествам. Потом постепенно углубляется именно баджан со святым именем. Это очень хорошо. Спасибо. Итай Гава. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой вот у меня возник. Вы говорили про сентиментальность. А как вот отличить? Есть же все-таки вот настоящие какие-то духовные эмоции иногда у нас. Вот. А как вот отличить сентиментальность от настоящих духовных эмоций? Хороший вопрос. Ну, настоящий экстаз описывается в нектаре преданности. Есть у вас, да? Там глава «Экстатическая любовь» Кришне. 9 признаков там есть экстаза, да? Человек всегда хочет прославлять Кришну, очень привязан к святым именам, очень привязан, чтобы жить в святых дамах, да? Но самое важное для нас там, самый важный признак экстаза для нас, ну, лично я для меня могу сказать, не для всех, я лично для меня, это насколько я отрешен от материальных чувственных наслаждений. Там есть этот признак, да? Полностью отрешен от материальных чувственных наслаждений. Вот это есть признак, что человек не сентиментально. Да? Трезв. Да? Холодная голова. Но это важный очень признак. Да?
Мы это легко можем проверить, да? Легко можем проверить. Особенно привязанность к нарушению принципам, да? Которые мы обеты даем во время инициации. Это может показать нам, насколько еще мы далеки. Это может быть опасой максимум. Опасой. Отблеском, может быть, отблеском. Это тоже бывает, да, отблеск. Какие-то отблески бывают. На какой-то момент преданный по милости Гаура Нитая может Шрила Прабхупады, может какие-то отблески ощущать, они тоже достаточно могущественные, да. Вот. И это дает вдохновение. Если вообще ничего мы не ощутили бы, даже в загрязненном состоянии, можно что-то ощутить милостью Гаура Нитая, чтобы быть вдохновленным. Потому что Шрила Прабхупада говорит, когда мы повторяем Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Шри Адвайта, Гадатара, Шивасади, Гора, Бхакта, Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Ну, если Джай Шри Кришна Махамантру мы повторяем, Чайтанья Чаритамрита, Шрила Прабхупада объясняет, сразу же можно попасть в экстаз. До этого мы были загрязнены, да, но сразу же можно попасть. Это зависит от с каким чувством мы повторяем. Особенно если мы Господу Нитянанде и Господу Чайтанье реально с доверием, с верой относимся и с таким верой повторяем. Просто может произойти чудо сразу. Человек может в миг очиститься, да, очень быстро. Шрила Бхактивинод Такур, это многих преданных удивляет, даже часто, когда я цитирую, это место в Бхаджанарахасе, где анартха нивритти объясняется процесс. Бхаджанарахасе в этой книге говорит, что за несколько дней, если искренне садака молит лотосные стопы святого имени, за несколько дней все его грязь, все анартхи очистится. Все вообще. За несколько дней. Почему за несколько дней у меня не очищается? Потому что я не так плачу и прошу лотосные стопы святого имени. Нужно научиться. Как Гуру Говинда Махарадж сказал, я открыл школу плача. Что-то мы здесь много веселимся, мало плачем. Все счастливы. Иногда тоже нужно дни иметь для плача, да? Сегодня мы плачем. Ну, для себя можно, да? Не для показухи. То есть плакать означает понять, плакать по беспомощности, потому что мы уже просто вот никакого средства не имеем. О, Господь Нитянанда, у него было явление, помнишь, мы отмечали. Я никого не имею вообще, никакого прибежит, кроме тебя. Пожалуйста, спаси меня. Пахимам, пахимам. Кришна, 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 Кришна. Да? Пахимам означает защити меня, пожалуйста. Защити. Да? Защити от этого падшего состояния. И вот когда мы искренне взмолимся Господу Нитянанде и Господу Чайтанье, они защитят, и мы ощутим эту защиту. Корень срубят они, корень. Мы можем аскезы делать, чувственные наслаждения не, как бы не держать в центре, но желание может оставаться, корень, семя, желание, биджа. Но они могут просто срубить этот корень, чтобы просто желание не проявлялось, понимаете? Они могут это сделать, если мы искренне взываем. Нужно научиться искренне взывать, это есть бхакти. Вот это есть именно бхакти. Акт предания, да? Спасибо. Удовлетворены? Что-то? Шрила Прабхупад ки, Джаганнат Баладев Субхадра ки, Джаганнат Свами ки, Шри Шри Гаур Нитай ки, всем собравшимся преданным ки, изданию и распространению трансцендентных книг Шрила Прабхупада ки. Нитай Гаура Премананде!